Ну, пол-12-го был прилет. Или, не знаю, не прилет. Пишет, что была авиация била. Я не знаю, ну, был взрыв пол-12-го. Мне позвонили, я прибежал, тут был пожар уже. Приехал 4 пожарные машины, тушили. Пожарка приехали быстро, минут через 10. Тушили где-то до часа ночи. Ну, потом я пошел спать себе домой. Что здесь будет делать? Прошло утро, захожу, смотрю, любуюсь. Понятно. Нет, тут нельзя, да. Не, понятно. Я не знаю, там...